Общекомандное первое место занял Таласская область, второе место занял город Бишкек, третье место Иссык-Кульская область. На сегодняшний день завершили уже первый национальный игры кочевников в Талаской области. Мы можем уже заявить о том, что на высоком уровне прошли все мероприятия. Кто получал незначительные травмы, им сразу же на месте оказывалась медицинская помощь. И даже были несколько случаев, когда увозили на рентген и привозили, слава богу, без особых происшествий. Когда начинались игры кочевников, они очень так, скажем так, не позитивно было. А потом, как только решились эти вопросы, все одобрительно. Это сделано так, чтобы мы подготовили область к следующим уже национальным играм кочевников. Это мы сейчас будем работать уже с бизнесменами, чтобы они могли, по крайней мере, успели построить отели, гостиницы. Также будут готовиться площадки для спортивных игр, площадки для культурных программ.